Здравствуйте, дорогие товарищи. Играем Dark Tide. Что у нас тут? Щит, конечно же. Разрыв мозга для толстых. И ускорение перезарядки щита. По снаряжению у нас. Поскольку я взял разрыв мозга, то, собственно, лазган против мелочи. Хороший лазган, да? Тоже мне нравится. Вот. Ну, а в остальном... И немножко критичности. Угу. Все любят вот это вот женское... Женский фейс. Requested by council, techno-archaeologist. Engine CRKX-8, as punctual as your reputation promised. We require your expertise. I stand ready to assist. We seek a concealed establishment. One that draws considerable power from the fusion grid. Intriguing, we shall proceed. I have received reports of increased Sigma Minoris 33 activity nearby. For those not paying attention, that means more Cox pounds. Сейчас будет спокойно. Блин, это... Его, конечно, можно два ставить, а не один. Beware!
Да, потерялся. А чё ты не скрылся и не меня не поставил, ёпта моя. Стенка маленькая, блин. Мне кажется, что я все-таки постоянно перебью. Даже шок не помогает, честно говоря. I should stop wandering off like that. We'll drive them from cover. Тут не он не шляться вот так вот, а wandering off это отваливаться от группы. Так, а я где нахожусь-то? Эпи, добегался. Чего, блин, так отдельно бегает? В одном углу, в другом углу. Красавцы, конечно, но тем не менее. Соединился, соединился или что-то не понял. А, вы еще любите. I will make
Воу-воу-воу, блять, да что ж такое-то? Что, мне пинга не хватает или чего-то? Или просто это просто... Или тут настолько много с элиты, что это просто превращается в нечто. My judgment, my contrition. How did Abethros not see this darkness descending? Ready now! Fight like a fucking lunatic! By the god Emperor! Did he just lie on his back? Did you sell it? Good work. Kill town! Куда ты, блядь, побежал? Куда ты, блядь, побежал? Чувак, 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 чувак. Блядь, не давай, не давай, сука. Пригодится одна обойма. Да бля, ну я ж не выйду вверх, чувак. Куда я лезу, правильно? Правильно. Какая-то слабая подборочка получается. Патрон. Надо работать. Надо наоборот ставить. Пускай эти мелочные перезаряжаются, а на большой ставить этот самый револьвер. Или наоборот. Нет, не так. Чёрт. Бля, потерялся. Это фейл. Зараза. The big one. How gratifying. Here, this is the place, the root of techno heresy. Medical station. Traxxas 3, return fire. You got the seal. Deeper. You must go deeper. Come on, sir. Dark and rotted within.
часов. Бля, ну куда ж ты побежал раньше времени? В таких тонких местах может даже лучше. Ебать, да просто вы этих суисайдеров. Суисайд херня. Что делать-то надо? Я непонятно. Я забыл, что ты делаешь. Просто выдержите. Transmission.
Не знаю, надо ли сейчас. Can we drop the ammo pack? Че, у нас нету ни одного с тяжелым вооружением? Псайкер же изначально как такой вовсе не для того, чтобы разъебывать. Он, конечно, может там херачить это, но это требует времени и концентрации. Yeah. Yes, of course, that's where he's safe.
Tell Kushtan. Hope Grendel's got the Sisters of Battle on standby. Just in case, you know. Faith, Chip. Ammo! He may yet reveal without... As fear, and in their shield, the Adeptus Sororitas may leave us with little of a coma to rebuild. Yes, yes. The madness is deeper here. The shadow stronger. I question the wisdom in subjecting yourself to this any longer, Engineer. Someone must bear witness to these blasphemies. Judgment in the dark. The sum of your parts is greater than an individual. In other words, your death is a task, Buster! Ammo! Собака дрянная. Ой, еще один. А, пиздец. Ай, блядь. Было... Да, купол лучше, купол лучше. Во всех смыслах. Один раз, конечно, ставишь, но тем не менее его ставишь. Он прикрывает со всех сторон. А тут и стенка маленькая, и шокирует, конечно. Sources
со всех сторон налетаете. Да, и разрыв мозга был хорош раньше, или по крайней мере на монстра, но, блин, сейчас что-то как-то очень. Ай, это берсерки. Точно, они ж такие. Да еб твою мать. Да. Только нет, блять, граната ебаная. А что, а сука, убили, нахуй убили, так обидно. Черт, не заметил, блин, печку. Ну, карта не так часто ротировалась, поэтому это последняя карта, поэтому я толком не играл всего несколько раз. А вот и я, да. Спасибо. Сука, сука, блять, со всех сторон. Блин, нет, 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 надо что-то другое придумывать. Блять, да вы заебали тут своими берсерками. Блять, и некуда отступить, пиздец. Такое ощущение, что... Кажется, что и с этими самыми было проще. Oh.
То есть я уже говорил о том, что мне кажется, что иногда классическое вот это вот усиленное там что-то там, плюс, короче, много толп, много специалистов, оно как-то в чем-то проще, нежели там простые, потому что иногда, видимо, это и от карты зависит или что такое. Там просто херачит и херачит. Не туда, блядь, не туда, сука. Как он это, блядь. Ну да, но это был хороший тестовый полигон для... Стенки не помогают. Стенки маленькие, стенки... Да, слишком растянуты. Ладно, если вы поймете какой-нибудь... Вытащите какой-нибудь урок из моих видео, то будет круто. Лайки, подписки. Вам... приятно, мне полезно. Ну и обязательно заходите на наши Discord сервера World Russian Fleet и кооператив Дружба. Вот по пятницам собираемся мочиться. А когда мой товарищ обновит комп, может быть и в Dark Target будем рубиться. Но мы там скорее по сюжету. Ладушки, всем спасибо и пока. Император хранит. А вопрошать, значит сомневаться. Все. А в сомнении это дверка в крепости. Не, открытые двери крепости. Вот так вот. Да.